Когда-то маршрутные такси останавливались возле отделения Сбербанка. Затем остановку было решено убрать. Однако необходимость остановочного павильона в этом месте осталась. Для решения проблемы были приглашены первые лица города и района, а также представители ГИБДД. На месте обсудили вопрос возможности размещения остановочного павильона с соблюдением всех норм и правил. Власти пришли к выводу, что павильон будет установлен после завершения ремонта железнодорожного вокзала. Предположительно, новую остановку поставят не раньше июля.